Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей на матч среды. Это первый из двух видео. В втором разберем матч Лиги Чемпионов. Ну а здесь тоже не менее интересные поединки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В Телеграме вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы по ссылке в описании. Там уже у нас есть замечательный чат, где более 1300 участников. Матч от Арина Сол. Это серия. У Тарина был ковид. Команда сидела несколько недель на карантине. Некоторые еще футболисты не готовы. Например, Белоти матч против Интера вышел на замену только на пару минут. Он еще физически не окреп. Уже, может быть, к матчу Соло пару тренировок проведет. Но я уверен, что в этот матч он больше времени на поле пройдет. Может быть, даже в старте выйдет, либо, по крайней мере, выйдет на замену хотя бы там на 30-40 минут. Кстати, тут матч Тарина уступил интро 1-2, выглядели на самом деле неплохо. Могли даже надеяться на что-то больше. До этого 4-2 уступили Каратоно в еще более слабом варианте состава. В Птисе у Тарина обе забьют, проходит. И очень часто именно вторые таймы являются у них результативными. В двух матчах подряд Total больше двух с половиной. Во втором тайме у Тарина проходит. Что касается Соло, это вообще, наверное, самая результативная команда серия. 3-2 они переиграли Верону, устроили триллер. 2-0 до этого уступили у Динеза на выезде. Т3 сыграли с наполи 1-1 с Болони. 1-2 в гостях победили Каратонов. 14 из 15 матчей серия у Соло. Обе забьют, проходят. Во всех последних 6 матчах с участием забиваются голы в обоих таймах. А в двух из трех последних поединков тотал больше 2,5. В втором тайме у них проходит. Личных встреч тоже всегда результативно, В первом круге команды выдали триллер 3-3. Тарина вел 3-1. И в последние 10 минутки соло удалось сравнять счет. Целых 5 голов было забито во втором тайме. Тогда в 6 личных встречах подряд обе завью ставка проходит. В 5 личных встречах подряд во втором тайме тут больше полтора залетает. И в последних 4 из 7 из 8 очных встреч голы забиваются в обоих таймах у Тарина Сусола. Так что здесь несколько ставок. 5000 рублей разделил на 2 ставки. 3000 рублей ставлю на обе забьют за коэффициент 68. 2000 рублей ставлю на голы в обоих таймах за коэффициент 71. И еще 2700 рублей ставлю на второй тайм. Тотал больше полтора за коэффициент 98. Также я не мог не взять угловые Сусоло в этом матче. Потому что мне кажется, букмекер здесь недооценит. Сусоло очень много угловых зарабатывает. Всегда играет первым номером. Доминирует в этом матче. Думаю, тоже Соло будет стараться играть первым номером. В матче против Вероны, Удинеза, Лацу и Наполь Соло по 6 угловых зарабатывал. С Болони 10 угловых смогли подать, с Кротоны 8, с Калери 14. В 9 матчах подряд минимум 5 угловых Соло зарабатывает, но, как правило, 6 и более. Что касается соперников Тарина, то в прошлых матчах Интер, Кротоны и Калери по 8 угловых против Тарины зарабатывали. Джену даже на выезде 5 угловых заработал. Да и в личных встречах в первом круге Соло 8 угловых заработал матч против Арина, а в прошлом сезоне дома 13 и на выезде 6. Так что я беру главы, не тут у соло больше 4,5, коэффициент 67, 3,5 тысячи рублей оставлю. Севиль играет против Эльчи, Севилья победила в дерби Бетис 1-0, это важный побед, потому что Севильское дерби одно из самых интересных, ожесточенных в испанском чемпионате, и после того, как команда выигрывает дерби, конечно, ей уже можно практически все. Я думаю, что морально немножко, но футболисты Севиль расслабятся, и уже на матч среды против, казалось бы, скромного Эльчи. Тяжело им будет настроиться, так что я не жду здесь феерии от Севиль. Мне кажется, это будет непростой матч для них после победы в дерби. До этого как раз-таки они с Эльч играли 2-1, на выезде уступили, то был перенесенный поединок. И да, я знаю, там Сивиль ротировала состав, но все равно Эльчи смог забить два гола, победить. Ранее Сивиль вылетела из Лиги Чемпионов, из Кубка Испании 3-0, в Барселоне матч в чемпионате, также Барсе 2-0 проиграли таким образом. Лишь одна победа в последних пяти матчах. У Севиле команда, не скажу, что в потрясающей форме пребывает. Что касается Эльча, безусловно, это карлик. Но этот карлик должен был Реал в прошлом туре обыгрывать. Эльча вел 0-1, и буквально там осталось 15-20 минут, Реал смог забить один гол со стандарта. И уже на 93-й минуте Бензема оформил дубль, принеся Реалу победу. Но Эльче выглядел неплохо, до этого, повторюсь, победу на Севиле 2-1, уступили 2-1 Гранаде, 3-0 Барселоне, 1-0 проиграли Эйбер дома. Эльче, естественно, припаркует автобус, будет организовано обороняться, как в последних матчах, думаю, что слишком много не пропустит. Моя ставка фору плюс полтора на Эльче, коэффициент 1.78, 2800 рублей оставлю уже играет против Лили, Неймар все еще травмирован, он уже начинает процесс восстановления, тренируется, но вряд ли выйдет в этом матче. Также мой закин после карантина вышел, но я думаю, тоже в старте его точно не стоит ожидать. А еще во время матча против Нанта обокрали квартиру Ди Марии, почти из-за этого его, в общем-то, и поменял, увел раздевалку сам во время поединка. В тот момент там еще вся семья в квартире Ди Марии находилась, так что это большой стресс и вообще непонятно. Но я думаю, все равно он сыграет, конечно, этот матч, но вряд ли будет думать в первую очередь об и еще во время этого же поединка э, квартиру отца Маркиниуса обворовали, там тоже отца заперли, 30 минут мутузили. В общем, это уже не первый случай, когда квартиры футболистов ПСЖ во время их игр обкрадывают. Но самая большая кража для этой команды состоялась на футбольном поле, когда после финального свистка ПСЖ уступил Ланту 1-2. До этого 1 не сыграли ответный матч против Барселоны, 0-3 переиграли Брест, 0-1 Бордо. И довольно много мало результативных матчей у ПСЖ при на последних четырех и... 9 из 11 игр, тотал меньше 3-5 проходит. Что касается Лили, у них лишь одна победа в четырех матчах, сыграли на 0 с Монако, играли больше вторым номером, ну, в общем-то, выставили этот результат. 2-0 до этого переиграли Марсель, 1-1 сыграли со Страсбургом, 2-1 уступили в обоих матчах Аяксу в Лиге Европы. В трех матчах подряд у Лили тотал меньше 2,5 проходит, и в 14 из 15 игр тотал меньше 3,5. Я уверен, что этот матч будет тоже мало результативный, команда Розургом недавно играли в чемпионате, Лили дома с ПСЖ сыграл 0-0.

тоже было мало моментов, тоже Лили закрылся, и здесь, естественно, Лили также будет играть вторым номером. А в прошлом сезоне ПСЖ оба раза переиграла Лили 2-0 дома и 0-2 на выезде в рамках чемпионата. Думаю, что и сейчас Париж фаворит, вряд ли проиграет дома, тем более, что это кубковый поединок стоит на кону выход в следующей стадии, и ПСЖ, безусловно, нельзя вылетать из этого турнира, но много голов не ждут, так что моя ставка 1x плюс тотал меньше 3,5, коэффициент 76 2800 рублей оставлю. Последний матч это видео, ЦСКА играет против Зенита, у ЦСКА под вопросом главный лидер команды Фернандес. Он получил серьезный травму головы в первом тайме против Тульского Арсенала, но вроде как все обошлось без переломов, так что поговорят, что он даже выйдет в старте в этом поединке, То что ну, матч действительно очень важный против Зенита, который лидирует, а ЦСКА в прошлом туре уступил 2-1 Тульскому Арсеналу, уступил, надо сказать, по делу. Тульский клуб намного лучше играл, особенно в первом тайме, и полностью заслужил эту победу. До этого ЦСКА разобрался уверенно с Ахматом 2-0 и уступил 2-0 Локомотиву. В том матче у армейца было огромное количество моментов особенно в втором тайме, там Ларш пенальти не забил, другие футболисты свои шансы упускали, но надо сказать, что Локомотив победил по делу, поскольку тактически гораздо лучше был готов раз за разом пользоваться ошибками армейцев в первом тайме. Что касается Зенита, то после неудачных первых трех матчей, когда питерцы вылетели из Кубка России, 1-2 уступили в Тульском 2, 2 сыграли с Ростовом, играя в большинстве, 2-1 уступили Рубину. Я сказал, что Зенит все равно должен разобраться с Ахматом, потому что команда, особенно вот матч против Рубина выглядело очень здорово. Даже на этом огороде создавали огромное количество моментов и наиграли на победу. Но Питерсом сильно не везло в тех матчах. В итоге 4-0 разгромили Ахмат по всем статьям. И при этом надо сказать, то, что Зенит неуверенно играл в обороне в первых трех матчах. Поэтому в трех-четырех играх после возобновления у Зенита обе забьют, проходит. Ну и вообще Зенит против ЦСКА обычно уверенно играет. В первом круге победили их 2-1 дома. А в прошлом сезоне, может быть, помните, на выезде их переиграли 0-4. Три победы под Отряд. Зенит над армейцами одержит. И сейчас я тоже считаю, что зенит является фаворитом, даже гостем поединки. Кстати, в 4-5 личных встречах обе забьют проходит. Так что мне кажется, что с учетом того, что зенит немало пропускает по сфере время, армейцы тоже смогут забить. Две ставки у меня Первая, наиболее уверенная фора 2.0, коэффициент 165-3300 рублей я ставлю. Вторая ставка обе забьют, коэффициент 181, 2700 рублей оставлю. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки в Телеграме. Жду дополнительные бесплатные прогнозы по ссылке в описании. Переходите обязательно. Всем вам желаю больших успехов. Дождитесь э, другого видео на среду с прогнозом на Лигу Чемпионов. Всем пока-пока.